Неужели стоимость проезда в маршрутках подорожает в воскресенье, причем сразу на 2 рубля? Шквал вопросов от ивановцев вызвали объявления, появившиеся во многих автобусах. И наши читатели-подписчики в социальных сетях, они прислали фотографию, как в 17-й маршрутке висит оповещение для граждан, для пассажиров, что поднимется тариф на 2 рубля, то есть с 19 до 21. Сейчас я тоже ехал в 35-м автобусе, тоже висит. То есть это разные перевозчики, соответственно, у них уже какая-то есть общая стратегия, что ли, повышение тарифа. Видимо, это так и случится. В городском комитете по транспорту информацию о повышении тарифа не подтвердили. По словам специалистов администрации, перевозчики могут устанавливать любую стоимость проезда, а в законности этой суммы разберется антимонопольная служба. Официально повышение стоимости с 15 апреля не санкционировано.